В этом видеоуроке мы с вами поговорим про такое слово как born, которое переводится как рожденный, и формы глагола, связанные с этим словом. Итак, вообще следует сказать, что есть в английском языке такой неправильный глагол как bear, он переводится как нести, носить, и его формы bear, bore, born. К примеру, он носит тяжелые материалы. He bears heavy materials. Но на самом деле в английском языке глагол bear употребляется очень редко. Есть такое выражение I can't bear, я не могу выносить. Например, I can't bear this noise. Я не могу выносить этот шум, да? Или I can't bear this awful noise. Я не могу выносить такой ужасный шум. Но на самом деле на практике употребляется именно слово born, рожденный. И важно знать такой оборот to be born, родиться. Мы говорим это в прошедшем времени. Was born или were born. Например, я родился в 1990 году. I was born in 1990. Я родился, as for me, что касается меня, я родился в 1986 году. As for me, I was born in 1986. Также вопрос, когда ты родился, просто ставится вперед were, и перед ним вопросительное слово when. When were you born? When were you born? Когда ты родился? I was born... Я родился 15 лет назад. I was born 15 years ago. Или, например, где ты родился? Where were you born? I was born in Moscow. Я родился в Москве. И также еще один пример. He was born in the United States. Он родился в Соединенных Штатах Америки. То есть самое главное это знать, что вообще существует такой глагол, как bear, нести, носить его формы. Bear, bore, born, выражение я не могу выносить, I can't bear, например, I can't bear this music, и также выражение родился, was born или were born, и как задавать вопрос, when were you born, когда ты родился, и where were you born, где ты родился.